проявление высокомерия, кчеливости и отталкивание от религии Аллаха. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Я отвращу от моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то, какое бы знамение они не увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путем, а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это потому, что они сочли ложью наши знамения и пренебрегли ими. Сура преграды, аят 146. Я свидетельствую, что ни божества, кроме единого Аллаха, могущественного, обладателя мудрости, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш Господин, пророк Мухаммад, его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, поистине, ужасные последствия ждут всех горделивых, как в мирской, так и в загробной жизни, будь то индивиды или общины. Ведь погибель заносчивых и высокомерных наций и городов – это постоянное божественное установление, которое никак не подвергается изменениям или переменам. Всевышний Аллах говорит: «Фа-амма аадум фастакбару фил арди бигайри л-хак, вакалу ман ашадду минна куа». أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Что касается адитов, то они возгордились на земле безо всякого права и сказали: кто может превзойти нас силой? Неужели они не видели, что Аллах, который сотворил их, превосходит их силой? Они отвергали наши знамения. Мы наслали на них морозный ветер в злополучные дни, чтобы дать им вкусить муки позора в мирской жизни. А мучения в последней жизни будут еще более позорными, и им не будет оказана помощь. Сура разъяснены, аяты 15 и 16. Сколько городов ослушались повелений своего Господа и его посланников, мы представили им суровый счет и подвергли их ужасным мучением. Сура развод, аят 8. Горделивость была первым грехом и непослушанием Аллаху Всемогущему, когда Он повелел ангелам поклониться Адаму. Они сделали это, кроме Иблиса. Всевышний Аллах говорит: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Вот мы сказали ангелам: «Падите низ перед Адамом». Они пали ниц, и только Иблис отказался, возгордился и стал одним из неверующих. Сура Корова, аят 34. В последней жизни высокомерные люди познаются по своим порицаемым приметам, так же, как по ним они известны в мирской жизни. Аллах, слава Ему величие, сказал: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Люди на оградах обратятся к мужчинам, которых они узнают по их признакам, и скажут: не помогло вам то, что вы собирали, и ваше высокомерие. Сура преграды, аят 48. Вот почему ислам предостерегает от серьезных последствий высокомерия,
считая его одним из путей изгнания и отдаления от милости Аллаха, угрожая горделивым людям мучительным наказанием. Аллах Всемогущ, Он и Велик, изрек: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Воистину, не откроются врата небесные для тех, кто считал ложью наши знамения и превозносился над ними. Они не войдут в рай, пока верблюд не пройдет сквозь иголное ушко. Так мы воздаем грешникам. Сура преграды, аят 40. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ. В день воскресения ты увидишь тех, которые возводили навет на Аллаха с почерневшими лицами. Разве не в Гиенне обитель возгордившихся? Сура Толпы, аят 60. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Некогда рай и ад вступили в спор между собой. И ад сказал: окажутся во мне жестокие и надменные. Рай же сказал: а во мне слабые и бедные люди. А Аллах рассудил спор между ними, сказав: поистине, ты, о рай, станешь милостью моей, которую я буду оказывать, кому пожелаю. Ты же, о ад, поистине станешь наказанием моим, которому я буду подвергать, кого я пожелаю. И должен буду я наполнить вас обоих». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также изрек: «Не сообщит ли вам о тех, кто окажется в огне, это каждый грубый, жадный и горделивый». Разумеется, горделивость и высокомерие обитают в нездоровом сердце. Ведь иногда можно найти человека, настолько нуждающегося, лишенного удачи, но в то же время горделивого. Мы могли бы найти весьма богатого человека, который в то же время проявляет скромность и умеренность. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, поведал: «Не войдет в рай тот человек, в сердце которого останется высокомерие, весом хотя бы с пылинку». Слышав это, один человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми». На это пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине Аллах прекрасен и любит прекрасное. Что же касается высокомерия, то это неприятие истины и проявление презрения по отношению к людям. Это одно из самых серьезных психологических и социальных заболеваний, которые раздавляют душу и разрушают общество. Горделивый человек обманут самим собой, так как считает себя выше других. Аллах, слава ему и величие, говорит: «Им фи судурихим илля кибрум ма хум бибалиги». У них в сердцах нет ничего, кроме высокомерия, которого никогда им не достичь. Сура Прощающий, аят 56. Хотя высокомерие лежит в сердце, у него есть проявления, которые раскрываются в поведении и отношениях. В том числе, во-первых, гордыня, которая подталкивает на грех и неповиновение Аллаху. Всемогущий Аллах сказал: «Вэйзэ кыля лаху таккиллаха ахазэтху л'иззэту бил-исм». Когда ему говорят: «Побойся Аллаха», гордыня подталкивает его на грех. Сура Корова, аят 206. Из-за своего предосудительного высокомерия и порицаемой гордыни высокомерный человек поспешно отвергает правду и истину. Призыв к истине только увеличивает у него гордость и высокомерие. Тем самым он подвергает себя гибели и потере. Аллах, слава ему и величие, говорит: «Фахасбуху джаханнаму валабиса альмихад». «Довольно с него гиенны». «Как же скверно это ложе». Сура Корова, аят 206. Кроме этого, есть те, кто с горделивостью противостоит приказам пророка, мир ему и благословение Аллаха, поэтому он получает наказание за свое упрямство. И Ясиб ибн Салам ибн аль-Акуа, да будет доволен им Аллах,
передал, что как-то раз один человек стал есть левой рукой в присутствии посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал ему: «Ешь правой». Тот сказал: «Я не могу». И тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Да не сможешь ты». Ничто не мешает ему, кроме гордости, и больше он уже не смог поднести ко рту левую руку. Во-вторых, отворачивание лица, то есть общение с людьми с кривым лицом, в знак презрения к ним. Аллах на языке Лукмана, который советовал своему сыну, запрещает такое отношение, говоря: «Валя тусаир хаддака линнаси, валя тамши фил арди мараха, инна Аллаха ла юхиббу кулля мухталин фахур». Не отворачивай своего лица от людей из высокомерия и не шествуй по земле кочелево. Воистину, Аллах не любит всяких гордецов и похвалов. Сура Лукман, аят 18. В-третьих, горделивая ходьба. Всевышний Аллах говорит: «Валя тамши фил арди мараха, иннака лан тахрика л-арда, лан таблюга л-джибала тула, куллю залика кана сайюху инда раббика макруха». Не ступай по земле горделиво, ведь ты не пробуришь землю и не достигнешь гор высотой. Все это зло ненавистно твоему Господу. Сура перенес ночью, аяты 37-38. В-четвертых, восхищение собственным преимуществом и милостью, которую Всевышний Аллах оказал человеку. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Однажды человек шел в своих украшениях, восхищаясь собой, надменно задрав голову, как вдруг Аллах сделал так, что он провалился, и будет он погружаться в землю до самого судного дня». Высокомерие могло бы воплощаться в форме роскошной мебели, престижных машин, владения дворцами только для показухи и горделивого использования разнообразных жизненных услад. В-пятых, отказ садиться с бедными и нищими людьми в знак презрения к ним. Однажды, когда Салман, Сухайб, Биляль и другие бедные сподвижники сопровождали пророка, да благословит его Аллах и приветствует, многобожники сказали ему: «Прогони этих с нашего собрания, иначе они могли бы осмелиться противостоять нам». Аллах Всевышний ниспослал пророку Мухаммаду аят, в котором сказано: «Валя татруди лавина ядауна раббахум билгадати валашии юридуна ваджаха». Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к его лику. Сура Скот, аят 52. В-шестых, приглашение богатых людей на свадебное угощение с исключением бедных в знак презрения к ним. Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, говорил: «Наихудшая еда – свадебное угощение, на которое приглашают богатых и не приглашают бедных». В-седьмых, отказ приветствовать или пожать руку тому, кого такие высокомерные люди считают ниже по степени, в знак неуважения к ним. Пророк Мухаммад, мир ему, благословение Аллаха, обращался с приветствием к младшим и старшим. Передаются слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который проходил мимо игравших на улице детей, приветствовал их. В-восьмых, жестокая и извращенная враждебность при ссорах. Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, поведал: «Кто покидает брат своего на срок, превышающий 3 дня, тот окажется в аде, если Аллах не окажет ему свою милость». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также изрек: «Не разрешается мусульманину покидать брат своего более чем на 3 дня, в течение которых они будут отворачиваться друг от друга при встрече, а лучшим из этих двоих окажется тот, кто первым поприветствует другого». Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также поведал: «Истинным лицемером является тот, кому присущи 4 качества, а в том, кому присуще одно из них, будет присутствовать признак лицемерия, пока он не избавится от него.
Этими качествами отличается тот, кто предает, когда ему доверяются, лжет, когда рассказывает о чем-либо, поступает вероломно, когда договаривается, и приступает к границе дозволенного, когда враждует с кем-либо. Между тем, высокомерие и кичливость служили причиной отказа многих многобожников от принятия ислама. И повторение слов «Не божества, кроме Аллаха». Всемогущий Аллах сказал: «Иннахум кану иза кила лахум ла илаха илла Аллаху ястакбирун». Когда им говорили «Нет божества, кроме Аллаха», они превозносились. Сура стоящий в ряд, аят 35. Так, они высокомерно отказались принять другую религию, отличную от религии предков. Именно из-за высокомерия евреи отказались следовать за пророком, мир ему благословение Аллаха, хотя знают, что он истинный пророк. Аллах слави ему и величие говорит: «Аллазина атайнахуму лькитаба яарифунаху кама яарифуна абинаахум, ва инна фариқам минхум ля яктумуна лхакка ва хум яалямун». Те, кому мы даровали Писание, знают его, то есть Мухаммеда, как и знают своих сыновей. Однако часть их сознательно скрывает истину. Сура Корова, аят 146. Горделивость также заставила сынов Израиля обвинять своих пророков во лжи и убивать некоторых из них. Аллах Всемогущ, Он и Велик, изрек: «Афакуллама джаакум расулум бима ла тахва анфусукум истакбартум, фафарикан каззабитум ва фарикан такутулун». Неужели каждый раз, когда посланник приносил вам то, что было вам не по душе, вы проявляли высокомерие, нарекали лжецами одних и убивали других? Сура Корова, аят 87. Поистине, высокомерие служило причиной неверия предыдущих общин. В связи с этим, Аллах, слава ему и величие, говорит про пророка Ноя: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Каждый раз, когда я призывал их, чтобы ты простил их, они затыкали пальцами уши и укрывались одеждами. Они упорствовали и надменно превозносились. Сура Нух, аят 7. Всевышний Аллах также поведал о народе пророка Худа: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. Что касается адитов, то они возгордились на земле безо всякого права и сказали: кто может превзойти нас силой? Сура Разъяснение, аят 15. Всевышний Аллах также поведал о народе пророка Салиха: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Знатные люди из его народа, некоторые, которые превозносились, сказали уверовавшим из числа тех, кто был слаб: знаете ли вы, что Салих послан своим Господом? Они сказали: мы веруем в то, с чем он послан. Те, которые превозносились, сказали: а мы отказываемся уверовать в то, во что уверовали вы. Сура Преграды, аяты 75-76. Всевышний Аллах также поведал о народе пророка Шуайба: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. Знатные люди из его народа, которые превозносились, сказали: а Шуайб, мы непременно изгоним тебя и тех, кто уверовал вместе с тобой, из нашего города, или же ты вернешься в нашу религию. Сура Преграды, аят 88. Вот так был конец каждой общине, которая отказалась от повеления Всевышнего Аллаха. Все они погибли и оказались в аде. Как же скверно это место прибытия. Любой, кого постигла такая серьезная болезнь, должен лечить свое сердце, зная о происхождении своего существования.
Ведь он был сотворен из земли, потом из каплей, потом из сгустка крови, потом из разжеванного кусочка. Он создан из небытия. А также горделивый раб должен знать, что в день воскрешения он будет наказан жестоким унижением. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В день воскрешения высокомерный будет воскрешен с размером муравьев в образе людей, которых будет окружать унижение со всех сторон». Всевышний Аллах тоже сказал: «Тилька дару л-ахирату наджа'алуха лилладзина ла юридуну алуван фил арди ва ла фасада, ва ла акибату лилмуттакин». То последнюю обитель мы определили для тех, которые не желают превозноситься на земле и распространят нечестие. Добрый исход уготован только для богобоязненных. Сура рассказ, аят 83. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение печати всех пророков и посланников, нашему Господину Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним вплоть до судного дня. У моих братьев исламе, к проявлениям отталкивания от пути Всевышнего Аллаха относится противоречие между словами и делами. К этому мы добавляем притворство идеализма и пацифизма со стороны тех, кто обращает внимание только на внешний вид и отдает абсолютное преимущество видимости в ущербе сущности. Это делается даже если человек имеет прекрасный формальный облик, но не обладает поведенческими предписаниями ислама. Такой человек никак не может стать идеалом, скорее он является одним из самых серьезных разрушительных факторов, которые отталкивают людей от религии Аллаха. Про таких людей пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, поведал: «Поистине, некоторые из вас внушают людям отвращение к благим делам». Если человек имеет религиозный вид, но придерживается плохих отношений, лжи, измены, предательства и незаконного присвоения чужого имущества, то это представляет собой очень серьезный вопрос. Скорее, такой человек есть лицемер. Речь тут идет о заблудших группах, которые используют религию Всевышнего Аллаха, хотя они являются великими защитниками и сторонниками терроризма. Лидеры этих групп пытаются свергнуть и ослабить государство, что облегчает их приход к власти. Они используют для этого все средства и способы. Кроме того, есть такие люди, которые ограничивают религиозность актами поклонения и усердно стремятся их совершать, несмотря на то, что у них нет правильного понимания религии, чрезмерно обвиняют других в неверии, поднимают оружие и нападают на людей. Так и поступили хариджиты, которые преувеличенно, регулярно и усердно совершали молитвы, держали пост и тому подобное. Но они достаточно не были заинтересованы шариатскими знаниями, которые могли бы помешать им проливать кровь. Если бы они искали знания, они бы не носили оружие против людей. Ислам – это религия милосердия, в полном смысле этого слова. Все, что отдаляет вас от милосердия, отталкивает тебя от ислама. Суть в хорошем поведении, а не только в словах. Говорят, поведение одного человека среди тысячи лучше, чем слова тысячи людей, адресованные одному. О Аллах, покажи нам истину истиной, и даруй нам следовать ей, и покажи нам ложь ложью, и даруй нам сторониться ее».